волшебное время, новогодние праздники, телекомпания «Город» дает старт новому аппетитному проекту «Вкусная история». Согласитесь, рецепты необычных, но простых блюд никогда не бывают лишними, особенно в новогодние праздники, когда хочется порадовать своих близких чем-то вкусненьким. Своими рецептами может поделиться с нами любой желающий. Ну а сегодня мы готовим вместе с моей коллегой, журналистом и ведущей Оксаной Тебенихиной. Привет! Привет, Рин! Не виделись. Итак, что мы сегодня будем готовить? Рин, сегодня мы будем готовить очень простое и, тем не менее, действительно вкусное блюдо. Я его не пробовала, но я уверена, что оно просто супер вкусное. Мы будем готовить курицу в молоке. Что нам для этого понадобится? Естественно, нам понадобится курица. Естественно, нам понадобится молоко. Нам понадобится чеснок, цедра, лимона. Но это мы еще в процессе сделаем. Сливочное масло, специи, соль, перец и так далее. Ну, пока что все. Если в процессе что-то вспомню, добавлю. Итак, Оксан, курица, отлично. Какая ее часть? Что с ней будем делать? В общем, команда. Ириш, ну, само собой, это филе. Его проще всего приготовить. Оно быстро готовится. Там нет косточек, это удобно. Ну и я не знаю, что сказать. Давай начнем, попробуем. Давай, ну, командуй. Ну, давай для начала мы на сливочном масле обжарим филе курицы. Ну, в общем, мы берем кусок сливочного масла, такое, чтобы он растопился, покрыл тоненьким-тоненьким слоем сковороду. Ну, после того, как оно разогреется, будем выкладывать туда филешку. Почему, собственно говоря, Оксана пригласила? Потому что я точно знаю, что она вкусно готовит, я ела. И у нее действительно, вот даже какие-то самые простые блюда у нее получаются безумно вкусно. Она носит на работу, мы там это все пробуем, и, соответственно, поэтому она сегодня первый наш гость. Не, я никогда не забуду, Ирин, как я пришла просто с жареным куском мяса на кости, просто кусок мяса, я его обжарила с двух сторон, посолила и принесла на работу. И Ирина сказала, Оксана, даже вот самый банальный кусок мяса в масле, в растительном, и это так вкусно, как у тебя это получается, и я тебя боготворю, я помню, ты это сказала. В общем, жарить нужно нам примерно где-то по 4-5 минут с каждой стороны. Это оптимальный такой вариант. За это время она покроется такой мягенькой золотистой корочкой. Ну, не твердой, а просто подзолотится. Пока у нас пожаривается первая сторона курицы, мы, наверное, натрем цедру лимона. Ты знаешь, как называется наша программа? Конечно, «Вкусные истории». И всех своих гостей, ну, ты первая, но, тем не менее, всех я буду просить рассказать то, что ассоциируется вот с этим словосочетанием «Вкусная история». Я не знаю, что это будет. Может быть, это будет связано с каким-то интересным гастрономическим опытом. Может быть, это, в принципе, не будет связано с едой. Но вот твои ассоциации, когда ты слышишь это словосочетание. Ну, знаешь, раз уж у нас выпуск новогодний, я, наверное, каким-то образом все-таки подвяжу под новогоднюю тематику, само собой. Ну, вообще, у меня уже с тех пор, как я переехала в Рязань, я не местная, я из недалека, но все-таки не из Рязани. Вот. Когда я переехала в Рязань, я познакомилась здесь сразу же со своим молодым человеком и с его компанией друзей, естественно. И есть среди них такой добрый, пухленький мальчик, который очень потрясающе вкусно готовит, который очень добрый, веселый, и с ним всегда приятно проводить время. И вот у нас стало за 8 лет нашей такой дружеской вот этой вот жизни совместной, скажем так, да, у нас стала доброй традицией отмечать вместе Новый год и, естественно, готовить к Новому году. И я уже знаю, что когда я 30 числа приду с работы, приедет этот товарищ из там Москвы с работы, и мы начнем планировать наше меню новогоднее. Потом 31 числа я прихожу с работы или просто просыпаемся, и мы начинаем готовить. Вот для меня это самое доброе, самое вот уютное такая вот самая ассоциация. То есть вкусная история – это проснуться 31 числа и начать готовить новогодний стол. Потому что всегда и вот этот товарищ Александр, он очень вкусно готовит, у него разные блюда, он может из картофельных очистков, лука и майонеза сделать что-то необыкновенно вкусное. Ну, я, естественно, как эстет, что-то из креветочек там приготовлю. Ну, и сам вот этот процесс мы не устаем, мы отдыхаем, мы разговариваем, мы смеемся, шутим. Ну, это так по-семейному и уютно всегда. Ну, вот, наверное, вот такая ассоциация. Получается вкусно. Получается очень. Давай, ты займешься курицей, а я натру цедру. Мне кажется, она уже подгорает. Так, выкладываем, правильно? Выкладываем совершенно верно. Не урони, не обожги меня, пожалуйста. Самой бы не обжечься.
оставим курочку, пусть она немножечко совсем отдохнет. В это время мы выбросим, скажем так, любовно натертую мною ядру. Пусть это жарится пока что. Пока что пусть жарится. Вот, также сюда мы... Где у нас соль? Соль там, где слоник с тремя дырочками. В общем, вот эту вот жижицу мы тоже, кстати, солим сразу заодно. Ну, пока что не интенсивно. Я думаю, у нас еще все это в процессе подсолится. Я думаю, у нас есть вкусные специи. Я думаю, нам пока что хватит вот этих специй. И сюда же мы выливаем стакан молока. Что у нас есть? У нас курица с молоком. Выливаем сюда стакан молока. Пока у нас все будет кипеть, Риш, я с твоей техникой не справлюсь. Включи, пожалуйста, мне плиту. И ее нужно разогреть до 200 градусов. Отлично. Так, пока наш соус закипает, давай с тобой разложим курочку. Курочку нужно раскладывать тоже не аки как, Ирина. Курочку нужно раскладывать вот необыкновеннейшим образом. Под каждой вот этой вот филешкой должно лежать два кусочка чеснока. Не знаю, зачем, наверное, это для вкуса. Будем пробовать. Будем выяснять. Ну, а пока расскажи, пожалуйста, вот есть какое-то у тебя такое фирменное новогоднее блюдо, которое ты делаешь каждый Новый год? Само собой, я каждый Новый год делаю какое-то определенное новогоднее блюдо. Я сейчас вот так, даже если на вскидку, ну, наверное, каждый Новый год я готовлю картофельное пюре. Без него, естественно, никуда без картофельного пюре. Вот. Ну, всегда отбивные какие-то мясные с каким-то соусом сырным, там, грибочным. Всегда какой-то салатик мясной с курочкой. Ну, традиционный салат оливье ты его делаешь? Правильно, я тоже не делаю. А как вообще в этом году с новогодним настроением? Новогоднее настроение есть, несмотря на то, что, да, снега не было очень долго. Вот он выпал буквально, когда у нас воскресенье, что ли, посыпал с неба. Очень, очень хорошо. Новогоднее настроение поднялось, все замечательно. Снежочек появился, еще лучше стало. Ну, впервые, я скажу, за много лет, наверное, новогоднее настроение. У тебя-то есть? Ну, пока, если честно, нету. И хотелось бы, чтобы ты поделилась секретом. Может быть, что-то особенное сделать нужно, чтобы оно появилось? Ирина, ну, мне, если честно, кажется, что это просто какое-то отчаяние. Просто отчаяние, поэтому оно и появляется. Просто потому, что уже хуже некуда, и надо как-то себя... Да нет, это самовнушение на самом деле. Нужно просто посмотреть на какую-то гирлянду и подумать: господи, когда я в последний раз просто смотрела на гирлянду ночью? Ну, это же так здорово. Она там переливается, что-то елочкой как-то пахнет, мандариночки чистить. Это же вот из этого, из всего складывается наше новогоднее настроение. Это же все из детства идет. В общем, мы дождались того, как вот это вот месиво закипит. И теперь мы выливаем ее, наш соус молочный, на курочку. Пока он теплый. Но у нас немножко большая миска. Но ничего страшного, потому что мы будем время от времени заглядывать в духовку и поливать нашу курочку соусом. Примерно каждые там 5-7 минут. Итак, мы отправили нашу курочку в духовку, температура 200 градусов. Сколько она там будет находиться? Она будет стоять 30 минут, температуру мы не убавляем. А пока, Ириш, мы с тобой, наверное, займемся гарниром. Что у нас на гарнир? На гарнир у нас будет излюбленное моим супругом блюдо – картошка гармошкой. Кроме картошки нам с тобой понадобится сметана, специи, соль и чеснок. А с картошкой что делаем? С картошкой, смотри, учись. Да. Берем картофелинку, разрезаем ее пополам, ну, вдоль длины, наверное. Вот так проще сделать, потому что, ну, я потом объясню, почему. Каждую картофелинку разделяем на две части. Больше резать не надо. Теперь каждую картошку режем гармошкой, скажем так, не дорезая до конца, чтобы у нас была плоская поверхность, чтобы ее можно было положить в сковороду и обжарить. Давай с тобой теперь разогреем, наверное, сковороду с растительным маслом. У
общем, в чем особенность этой картошки? Ее поставила на плиту и забыла о ней. Главное, чтобы она не подгорела. В результате мы получим с тобой сверху пропеченную такую картошечку, а снизу у нас будет темненькая золотистая корочка. И очень здорово, очень аппетитно. Вот, соус мы добавили в сметану чеснок уже. Сейчас мы сюда добавим немножко специй. Ну, как немножко, в зависимости от того, сколько у нас соуса. Ну, чтобы он приобрел цвет, наверное, вот так. А вот курочку, наверное, пора доставать. Ну что ж, вот мы и приготовили все, что намеревались сегодня приготовить. Наверное, нужно сказать большое спасибо Оксане за эти замечательные рецепты. Я надеюсь, вам они пригодятся. Вы все это попробуйте приготовить, и вам это понравится не меньше, чем нам. Ну, а нам остается поздравить вас с новогодними праздниками, с Рождеством Христовым, пожелать всего самого наилучшего. Поздравляем вас с Новым годом, всего вам самого наилучшего. Пусть в вашей жизни все всегда будет очень просто и очень вкусно. Побольше вам вкусных историй.